Александра Пахмутовой, которая посвящена 40-летней годовщине победы в Сталинградской битве и беспримерному подвигу всех героев. Песня «Поклонимся великим тем годам». Ее исполнит хор Государственного академического Большого театра России и всемирно известный певец Ильдар Абдразаков. Я помню вечер. Наша школа, значит, ну, вот такой концерт. И все транслировалось, еще все замечательно. И мы еще не знали, что как пока вот мы там играли, и в этот же вечер под одного вольта и так громко. Немецкие войска уже были около Бреста. И звук довольно приличный. Вот началась война такая, всерьез. Мы в начале августа уезжали в эвакуацию в Казахстан, мама, две мои сестры, все я поехали, и мы там прожили вот зиму, и весной уже приехали в Сталинград, он был весь измученный, но достойный. Измученный, но достойный. Большой хороший динамик. Такое вот оно внутри. Одна здоровенная батарейка. Очень интересная штука.